Наблюдая за тем, что происходит, сложно понять, что идет настоящее занятие. Правда, не совсем обычное. В Брест для того, чтобы обучить волонтеров технике игрового общения с детьми, приехали эксперты-профессионалы своего дела – психологи и актеры. Сегодня их задача – научиться простым трюкам клоунов, а также невербальному общению друг с другом во время импровизированного спектакля. Больничные клоуны – есть такая организация у нас в Беларуси, Фанни Ноус, она единственная. Сегодня у нас руководитель с Гомеля присутствует. В Гомеле, в Минске, теперь мы это все развиваем в Бресте. Больничный клоун – это волонтеры, которые ходят в образе больничных клоунов к детям, которые лежат стационарно в больнице, посещают их, отвлекают от больничных будней, помогают им пережить тот кризис, с которым детьми столкнулись. Дети и их родители в том числе. Уметь дарить радость, держать внимание публики и зала. Над всем этим сегодня работают как опытные волонтеры, так и новички. Кого-то из них в этот коллектив привела своя, не совсем простая история. А кто-то просто хотел помочь тем, кто оказался в беде. Мы работаем с разными детьми, работаем в разных отделениях. В том числе мы работаем с детками, которые находятся под опекой паллиативного ухода. И не всегда понятно, какие эмоции испытывает ребенок. Иногда их совершенно не видно. И когда мама говорит, сейчас ребенок улыбается, хотя мы этого не видим, то это уникальный опыт для нас, уникальный опыт для мамы, которая распознает эмоции своего ребенка. У каждого ребенка должно быть детство. И когда он лишается его слишком рано из-за болезни и из-за нахождения в больнице, это неправильно. И тогда мы приходим, и мы стараемся вернуть ему детство. Мы стараемся забрать его боль с собой и оставить ему положительные эмоции. Искусство быть смешным. Как непросто овладеть им, когда перед собой ты видишь чье-то горе или беду. Однако, когда на потухшем и уставшем от лечения детском лице появляется искренняя улыбка, в сердцах каждого клоуна просыпается радость и понимание, что миссия эта важна и нужна обществу. Присоединиться к движению смешных можно через социальную сеть ВКонтакте, добавившись в группу Funny Nose. Возможно, именно ваше участие поможет кому-то почувствовать вкус жизни.